находимся на месте, которое полито российской кровью, кровью российских и советских в то время, значит, бойцов. Место это совершенно уникальное. Оно даже попало в историю Второй мировой войны как место, где на квадратный метр наиболее всего было пролито человеческой крови. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О свышнем мире и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О оставлении согрешений во блаженной памяти представшихся, Господу помолимся. Господи, помилуй. О преснопамятных усопших воинов, здесь павших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, проститеся им всякому прегрешению, вольному и невольному, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, неосужденно предстать у страшного престола Господа Бога славы, Господу помолимся. Господи, помилуй. Слушай, где же праведнее упокаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов их у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. О, дай, Господи, Господу помолимся, Господи помилуй. Боже, духов и всякие плоти, смерть поправый, дьявола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, сам Господи, упокой душу усопших, краб Твой. Отец и братья наших воинов, где лежащих и повсюду православных, вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, а то не дужат беже болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благи человека любит Бог прости, яко несть человек и же жив будет и не согрешит. Ты, ибо един, кроме греха, правда Твоя, правда во веки, слово Твое истина, яко Ты иси воскресенье, живот и покой усопших, раб Твоих. Отец и братья наших, воинов, где лежащих и повсюду православных, христиан, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Великая Россия отмечает скорбную дату, 71-ю годовщину, для начала Великой Отечественной войны. Конечно, мы не смогли быть в стороне от этого мероприятия. Сегодня мы пришли на эти священные места, места, пролитые кровью советских воинов, чтобы отдать дань памяти тем, кто воевал, кто сложил свои головы, и в том числе на этой земле, те, кто ковал тоже победу и сегодня покоится на этих, в этих могилах и на этом кладбище. Пройдите, тут, там, дай, дай мне, она закрыта.